Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райм, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Спидран против охотников». И сегодня я, спидранер, буду убегать от фей, да. Вы не ослышались? Охотники будут маленькие, и у них будут крылья. Впрочем, как у меня. И также я имею небольшое преимущество, поскольку у меня будет целых 5 кусочков мяса, а у ребят 0. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои топовые комментарии, а мы начинаем. Ну что ж, Райм, мы готовы, ты готов? Я готов, ребята, вы знаете правила, яск. Когда я... Блин! А, ладно, бежим, нет, бежим! Полетели. Я хотел сказать то, что когда я только сойду с этого блока, игра начинается. Но я не ожидал, что там будет гравий. Блин, ребята, самое главное то, что этих крыльев есть небольшая особенность. Очень-очень быстро тратится голод. Я вижу деревню! Я вижу деревню! Деревня, пшеницу, собираем пшеницу. Все, что здесь есть, собираем быстрее. Я в кузнице, я забираю вещи из кузницы. Давай. Тут два железных меча! Чего? Нет, давай, скидывай мне, сейчас можем его убить. Прямо сейчас, где ты? Скинь меня, давай, погнали. Блин, у них уже железные мечи, это очень плохо. Юни, я пока что пособираю ресурсы, потому что следи за Раймом, мне нужна будет еда, и тебе тоже. У нас быстро еда заканчивается. У меня 3 яблока есть из кузницы. Можно пока что нарубить дерево, быстренько, пока никого сзади нет. Надеюсь, они не появятся так скоро. Блин, ребят, это очень и очень интересно. Это Юни, летим отсюда нафиг, летим. Черт, он меня заметил. Так, Юни, я почти насобирал ресурсов. Скоро буду. Он очень далеко улетает. Я за ним не успеваю. Все, ребят, я опускаюсь, потому что еды-то у меня на самом деле не так уж и много. У меня всего лишь 2 пшенички. Нужно сработать. Юни, у меня мало еды. Я падаю. Нужно собрать дерево. Они пшеницу-то насобирали, скорее всего. У меня стак морковки. Больше стака морковки, больше стака картошки. Отлично. Я уже рублю камень. Так, рубишь камень, понимаю. Так я его потерял пока что. Я знаю, где он. Просто он не видит меня. Да, не вижу. Конечно же, не вижу. Джунгли. Хоть бы там было какой-нибудь данж или что-то типа того. Я тоже возле джунглей. Юни, если он пойдет в данж, это самый идеальный способ его словить, потому что там тупик. Он улетает. Ребята, это какое-то везение. Он что-то нашел. Юни, быстрее беги ко мне, потому что у меня тоже... Где-то, давай я тебя найду, сейчас еды тебе дам. Супер. Ты где тебе? Ты возле джунглей? А, вот вижу тебя. Давай, лови. Корова, отлично. Давай, вот я тебе скинул еду. Там картошка, но когда будешь лететь, самое идеальное, чтобы для перезарядки, так сказать. Я полетел в джунгли. Давай, я за тобой. Тут деревня. Я вижу его. Нет, я увидел. Полетели за ним. Пусть деревья пролетаем. Я в дерево врезал. Я так и знал. Блин, хоть бы найти какой-нибудь данжик здесь. Арбузики. Мне карты очень не хватает. Арбузики. Да, пофиг найти арбузики. Он облутал кузницу, черт. Да. Градус за мной не летит. Замечательно. Ребят, это мой шанс. Где он? Я его потерял. Я тоже его потерял. Где-то здесь должна быть эта фигня. Он нашел данж? Не, он ищет только его. Нашел данж. Я вижу его, он в данже. Нет. Юни, обходи с двух сторон. Я уже данж облутал, неудачники. Давай зайди. Я лечу. Так, ладно, прячемся сейчас за деревьями. Там меньше шанс того, что они меня могут найти. Тебе не повезло, у тебя черный цвет. Ты очень выделяешься. Вы меня сейчас видите? Да. Конечно, мы вот летим на скорость, так сказать, на опережение. Привет, Райм, я вижу тебя. Вот он, я за ним. Почему? Почему сейчас? Почему ты меня нашел? Короче, пока у него еда не закончилась, у него скоро заканчивается еда. Я успел перекусить. Он недолго так продержится, у меня еще полно еды. Райм, у тебя до сих пор нет меча, ты серьезно? Ай-яй-яй, да как тут, блин, меч, если вы... Сейчас ударю. Жесть какая-то. Юни, иди за ресурсами добивай. Хотя у нас есть мечи, этого достаточно. Но броня бы нам не помешала на всякий случай. А то он нас может запвпшить как-то. Ладно, сейчас я найду какой-нибудь каньон и там подобываю железо. Давай, я преследую его. Он врезался. Куда я улетел? Зараза, нет. Я его потерял, я проголодался и не проследил за своей едой. Ребята. Курица. Оцелотики, котики. Где он? Так, он где-то в джунглях, раз он говорит про оцелотов. Да понятное дело, что он в джунглях, я же за ним летаю. Мне придется немножко времени потратить на арбузики. Ребята, сейчас тебя мы догоним. Не догоните. Я уже далеко от джунглей убежал, между прочим. Блин, у меня все время проблемы с голодом. Если мы нормальной еды не сделаем, не пожаримся там что-нибудь, то будет бесполезно так прыгать, бегать, летать. Я его не вижу. Я его тоже потерял. Ладно, Юни, самое время как раз сейчас ресурсами обзавестись. Блин, он тоже обзаведется ресурсами. Поверь, нас двое, поэтому делаем 2 раза быстрее. Главное, не тупить. Понимаете то, что сейчас у них будет куча еды. Пока я тут добываю свои ресурсы, они добывают еду, и тогда у них будет очень-очень большое преимущество надо мной, поскольку они смогут летать дольше, чем я. А я сейчас нахожусь просто в постоянном напряжении. Это очень-очень печально. Юни, у меня к тебе такое предложение. Ты займись пока что добычей мяса,
добычи железа, брони. А я просто сейчас... Нет, даже я едой заебусь, в принципе, у меня все нормально, и меч тут есть, и свинки есть. Блин, мне бы железка найти хоть какое-нибудь. Я слежу очень активно за чатом, если у него будут какие-то достижения, мы поймем, где он. У меня лук выпал со скелета. А, ой, Юди, проблема, проблема, у меня два скелета и крипер. Будет сложнее играть. Взорви просто криперы. Так и сделаю. Доделаем то дело, которое мы не доделали в прошлый раз, ладно. Не буду говорить, что именно, поскольку они могут сразу понять. Да мы поймем, где же достижения. Так, у меня каменный век уже, я делаю себе верстак. Так, Райм, вопрос. Вопрос, ответ. Как какать? Легко. Теперь у меня тоже будет еда, сейчас сделаем печечку и, думаю, переночуем мы довольно-таки мирно. Юни, смотри, я, короче, пережариваю картоху, пережариваю все. Вы согласны переночевать эту ночь или будем сражаться с монстрами? Да, давай переночуем, только у меня кровати нет. Да, я могу. Ведьма, тебя... ведьма, крипер, крипер, ведьма. Не пугай меня. А, ребят, вот они, бежим. А, испугались, да, это был пранк. Я испугалась. Я тоже испугался. Это был пранк. Ладно, тогда я делаю сейчас себе кроватку. А, подождите, у вас нет кровати. Дресс-код, у вас уже железные вещи, что? Ой, спалилась. Райм, ты же понимаешь, пока ты там добываешь свои ресурсы, компас-то показывает где-то, мы скоро придем. Ой, не-не-не-не-не, ребята. Забыла бы это? Не надо, так, я смотрю, у меня... Ой, у меня зомби такой, у меня сердечко, одно сердечко, давай, одно сердечко. Убей его, зомби, я за тебя болею. Нет, все, убил зомби, надо срочно перекусить, восстановить все здоровье, иначе я так точно умру. Так, ладно. Ладно, я думаю, этого количества мяса мне пока что хватит. Здесь золото, я сделаю все золотые яблоки. Что? О, да блин, это вообще капец какой-то. Так, я вижу там освещение какое-то. А, это просто лава, Ты чё, ты чё? Иди в жопу, тупой зомби. Иди в жопу, я обосрался. О, ребят, я нашел уголь, это тоже хорошо. Господи, это лама! Я подумал, что это Юни. Спасибо, так меня еще никто не путал. Что-то они застекли и вообще не хотят выходить, так сказать, со мной на связь. О, скелет, бежим отсюда! У меня же совсем нет брони, у меня только какие-то эти самые золотые поножи. Я не видел ни Крайма. Да, компас показывает очень близко. Он все время дергается, он, походу, на мной пробежал. А вы в пещере до сих пор еще? Да. Я уже вышла за курицей. Какая пещера? За какой курицей? Я тоже вышел за курицей. Так, Юни, мне еще 4 золота, я смогу золотое яблоко скрафтить, и все, и у Райма будет, ой, какие проблемы в битве с нами. Так, я жарю картошку. А я сделал себе фул железку, и очень много баранины сейчас тебе пережарю, и картошки у меня много. Юни, заживем с тобой. Получай! Да! Он меня убил! Нифига тут вещей! Что тут у нас? О, картошечка! Замечательно! У него очень много еды! Юни, лети ко мне, потому что я сейчас поделюсь с тобой всем подряд, просто я запасся неплохо, давай быстрее. Юни, спасибо за вещи! Пожалуйста, ага. Ну все, градус, мы друг от друга не отходим, окей? Да, так, прикрой. Это был капец какой-то! Я не думал, что вы так близко около меня находитесь, ладно. Юни, один к тебе вопрос на засыпку. А, зомби! Со всех сторон зомби! Да блин, так пугать! О, еще шахта. А, нет, это мне показалось, видимо, у меня бед с башкой. Ребята, вы там где? Мы выходим. На охоту. Юня, забираю печки, тоже забираем. Все, забираем верстаки на всякий случай, а то будем долго крафтить. Еще одна деревня, замечательно. Сейчас мы ее залатаем. Залатаем? Латать деревню? Зачем латать деревню? Ну, потому что в ней дырки. Но тут нет кузницы, это очень фигово. Ладно, полетели дальше. Крадус, я его вижу. Что? Где? В смысле? Как в деревне, да-да-да, вот. Чего? Они уже здесь! Так, только не на поляну, Наташа, привет, только не на поляну! Юни, не забывай кушать! Юни, забывай кушать, забывай, пожалуйста! Летим вниз, срочно вниз, капитуляция, оп! Ой, что? Все, догнала! Не догнала! Так, Раймиха, тракториха улетает! Сафари. Юни, еды мало, не забывай кушать, я вот сейчас проголодался! Ой-ой-ой! Райм в пещеру залетел! Давай, я прыгаю! Все, давай! А, он вылетел, походу! Вижу! Блин, он там, я не успел за гору взлететь! Тупая гора! Еще лес, еще! Хочу кушать, срочно кушать! Еще деревня! Он очень замедлился! Или нет, или ускорился? Давай в кузницу, градус быстрее! Нет, я самый первый, я первый, я доберусь до сюда! Пускай летит в кузницу, я его там убью! Летим! Как ты упустила? Я успел пару железа взять! Строимся наверх! Я забыл, что я прокушал на серии крылья! Я проголодался очень сильно. Так, я вылетаю. Нам, походу, Юни придется лук крафтить, потому что не всегда мы можем его догнать. Да, у меня был лук! Блин, чем выше лечу, тем... Я украл! Я у тебя украл лук? У меня нет лука! Есть лук! Нет у меня лука! Ой-ой-ой, я отвлекся! Я опережаю его! Давай! Я убью! Нет! У меня проблема с едой, Юни, я не могу улететь пока что. А, так, где ты? Я тебе дам еду. Давай, я вот здесь, возле пещеры. Вернее, они меня потеряли. Так, держи. Все, погнали. Погнали. Ух, летим, чем выше, тем дальше. Надеюсь, за облаками они меня не увидят. Юни, я его потерял. А, за облаками, хорошо.
Хорошо, Рэн, спасибо, что сказал. Ой-ой-ой. В каком он биоме? Я в биоме... Майнкрафтерском. Не твое это говорить слова. Ладно. Так, фух, у меня теперь есть броня. Замечательно, но нагрудник я себе сделать не могу. Юнит, ты его видишь? Я тоже найти не могу. Давай по компасу, что там? Как сюда полетели. Так, железка переплавилась, теперь можно это все ломать нафиг, потому что они сейчас меня найдут по компасу, я в этом уверен. Ребят, что вы затихли опять? Мне это не нравится. Так мы летим, летим к тебе. Нам еще лететь, там 700 блоков. Как много еды надо с этими крыльями. Быть гигантской феей переростком не так уж и просто. Фейка переросток, мы к тебе летим. Мы не успеваем, Юнь. Вижу его, что? Вижу его вдалеке, вижу его вдалеке. Отлично, не теряй. Он летит на меня, он летит на меня. Кушай, кушай, главный градус. Горы, срочно в горы, срочно в горы. А он уже близко, он уже близко. Давай, я с другой стороны. Не вижу, 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 он в пещеру застраивается. Блин, у меня есть, что? У меня есть кирка, я сейчас быстренько. Нет, привет, Райан, ты в тупике. Да, нет. Да, Нет, подбирай мои вещи, Юни, если ты видишь, подбирай быстрее вещи, пока он не подобрал. Ну нет, ты же не хочешь за мной лететь, надеюсь, да? Я правильно понимаю? Да, обязательно за тобой полечу. Так, я тоже. Вот он, вот он. А, что? Пока я чистил инвентарь, они меня нашли. У меня мало здоровья, мало сердец, мало всего. Так, срочно перекус, перекус, перекус. Я случайно меч себе скинула. Я сейчас умру, я сейчас. У него эффект, я не знаю, у него голод. У него голод, лови его. Тихо, тихо, тихо. А, все, бежим. А я не могу быстро бежать. Скирки, скирки, да. Нет, 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 Юни, получай, получай. Дайте улететь, нет, нет. Летим, ребята, отсюда, летим, ребята, отсюда. Юни, я его потеряла. Так, еще одни джунгли. Блин, сколько же здесь джунглей. О, панды. Стоп, на этой версии нет панд. Он обманывает нас. Нет, нет, неважно. Наступает ночь, это хорошее время для того, чтобы залутать немножечко эндерменов. Юни, я пока что набил столько свинок, сколько нам надо. Отлично, я бью коров и тоже свиней. Не забывать, что нам еще нужно. Вижу, Рэм прилетел обратно. Рэм дурачок. Нет, 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 нет. У него щит появился, блин. У меня нет топора. Блин, я улетаю, Юни, я улетаю. Ну, кто теперь тут охотник, градус? Я охотник, повернись. Юни, сзади крипер. Почему на меня загрелся? Почему на меня? Почему я? Нет, вас двое, так нечестно. Феи-гопники, блин, какие-то, получается. Голод, снова голод, Юни, снова голод. Давай, давай, нападай. Давай, нет, нет, улетаю, улетаю, улетаю вдвоем, нечестно, на одного. А он золото подобрал мое или у тебя золото? Золото какое? У меня твое золото. Отлично, у меня как раз яблоко 4 штуки. Фух, это был капец какой-то так. А, все-таки Юни за мной. Понимаешь, ты же не улетишь, у тебя был шанс. Ну ты протупил очень много. Я? Перекусим, перекусим. Бей, бей, бей. Бью, 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 бью. Получай. Ай, больно, больно, больно. А где градус, где градус, где градус? Я тут. Давай. А, что? Когда я уже выиграю этот гребаный спидран? Когда спидранером настоящим станет. Ладно, ребятки, я думаю, это было очень весело. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Райм, Юни и Утенок Джек. Всем удачи, всем. Пока. Ребята.